Поздравляю всех детей с праздником детства! Они каждый день дарят улыбку, смотрят на все широко открытыми глазами. Все для них ново и любопытно. Кажется, нет никаких преград на пути к познанию мира. И очень важно, чтобы в этом мире они были под защитой. 1 июня отмечается Международный день защиты детей. В Щелковском районе детский праздник объединил сотни людей. Малышей, подростков и, конечно, взрослых. Ведь именно от них зависит благополучное детство. Сегодня мы все говорим, что мы для нашего детства постараемся сделать все, чтобы у вас были хорошие площадки, хорошие школы, хорошие детские сады, заботливые воспитатели. Но вы, уважаемые взрослые, должны понимать, что любовь, заботу семьи и родителей не заменит ни одно государство. Мы очень хотим, чтобы вам жилось счастливо, чтобы вы были всегда веселые, чтобы на ваших лицах всегда были улыбки. Множество ребят пришли в детский городок на улице Комарова. Зажигательные танцы и песни, конкурсы – неотъемлемая часть праздника. В микрорайоне Богородский тоже решили устроить праздник для маленьких жителей. Сладкая вата, анимация и море хорошего настроения. Организаторы постарались создать атмосферу настоящего веселья для всех. Вот эти праздники, они позволяют друг с другом знакомиться, соседям понимать, кто живет под ними, над ними. Самое главное – дружить. Как тебе праздник? Скажи. Мне хорошо. Что тебе понравилось? Ну, мне нравится, что здесь танцуют. Их судьба в руках взрослых, ведь именно от нас зависит, насколько беззаботными, а главное, счастливыми будут детские годы. Детей надо как бы защищать, в обиду никогда не давать. Чтобы они радовались, жизни радовались, и чтобы было все хорошо, чтобы не болели. Дарья Снегова, Сергей Василевский, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».